В Боливии проходят протесты шахтеров. Рабочие южной провинции Потоси требуют, чтобы президент страны Эво Моралес выполнил свои обещания по развитию инфраструктуры и созданию новых рабочих мест. Протестующие призывают начать строительство больниц, дорог и международного аэропорта, которые были заявлены ранее как часть правительственного плана. Гражданский комитет Потоси утверждает, что власти отказываются обсуждать с ними региональные проблемы и обвиняют чиновников в дискриминации и издевательстве над шахтерами. Добавлю, Потоси – сельская местность Боливии, известная своими сырьевыми ресурсами. Сейчас провинция переживает период стагнации и существенно отстает от остальной части страны по темпам экономического роста. Регион также страдает от высокого уровня бедности, а также нехватки продуктов питания и лекарств. Президент Эво Моралес, не позволяйте Потоси страдать. У нас нет еды, мы умираем от голода. Мы специально приехали сюда, чтобы поговорить. Почему президент не хочет с нами говорить? Почему он боится вести диалог?